Потому что бой реально интересный, первый и последний, наверное, раз, а всю карту такой будет. Я чуть-чуть чутка лоханулся, конечно. Атакуем. Двукратное преимущество враг противника. Да, блядь, карта уже другая совершенно. Зашибись. Зашибись. Так, давайте все сюда. Подтягиваемся ко мне. Так, у них конные лучники. Нам бы их не дать им развернуться. Давайте вот сюда. Вот сюда все пошли. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Я передумал. Быстро, 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 быстро. А, пехоту нельзя разделить. Это отдельное подразделение. У них конных лучников до херища. Нам их надо победить. Эти сучары еще здесь сидели. Так, однерочка. Так, эти ко мне идут, подкрепление мое, да? Быстро, 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 быстро сюда. Стрелы. Так, чё по четверочке? Четверочка 0, троечка 2, блять, мало, ребята, нас. Нас очень мало. Лучники работы. Лучники работы.
Лучники вот сюда работают. Работаем по ним, работаем. Я знаю, вы можете. Не таких разбирали. Работаем, ребятки, работаем, блядь. Работаем. Хорош, хорош, хорош. Однёрочка куда? Сюда, назад, блядь. Зачем мы за ними пошли? Назад. Встречаемся здесь. Все, все успокоились. Все нормально пока. Стрелы я себе возьму. Стрел. Где еще валяются стрелы? Есть, здесь где-то петушары эти, да? Тридцать две максимум. Садимся на коня. Садись, 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 садись. И погнали работать. Твоему, блядь, в башню, твою мать. Пошли в атаку нахер. Двоечки сюда подошли. Сюда подошли двоечки. Так, у меня тоже подкрепление подходит. Четверочек нет, восьми. Кавалерия, сюда ко мне. Ко мне, кавалерия. Мне нельзя подставляться, сука. Двоечки, сюда смотрим, сюда смотрим. В эту сторону работаем, а этим пидорасом. А, сука! Подкрался пидор незаметно. Да, блядь, нельзя себя сливать. Все, блядь, сейчас мои дебилы поразбегутся. Управления никакого. То есть они не останавливаются. Нету такого положения, как в этом, в Total War. Когда ты даешь им команду никого не преследовать, сохранять позицию. Вот здесь вот эта команда была бы охеренная просто, блядь. Но мы их сделали, ребята. Прошу прощения, что со второй попытки. Ну уж очень я там залажал с этой кнопкой не стрелять никому, блядь. То есть основную силу свою лишил основного оружия. О, блядь. Ну вот это бой. Вот это бой. Победа. Победа. Ахлак, победа. Бой охеренный, конечно, блядь. Не каждый раз такое случается. Ох, блядь, как снес он мне ее. Его снесли нахер. Давай, 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 ребятки. Давай. Но не бомжей стучать уже, да, Вахлак?
огонь вообще. Красавцы, блядь, ну я не представляю, сколько нам сейчас дадут очков славы. Сколько дадут известности, мы расхуячили, блядь, двукратное преимущество бойцов. Всего 10. Странно. Странно. Значит, не очень хорошо мы их расхуячили. Смотрите, их положили 750, наших 383. Это я было заскучал. Дальше вроде как должно быть еще интереснее. 26 человек я потерял. Половину. Половину из всех. Так, этих петушар у меня всего двое. Могу взять 27 человек. 124 воина теперь могу качать. Просто шикарно. Видать, получили мы следующий ранг. Так, давайте берем по очереди всех. Всех по порядку в плане их прокачанности. Вот, уже 20, уже 30, уже перебрал. Так. Пойдешь ко мне. Здесь самые дешевые, кто у нас? Нахер. 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 Нахер будем продавать сейчас. До ближайшего города дойдем и буду продавать. Так, 16. 19. Ну, соответственно, чем старше ранг, тем дороже будет. 26. 27. 27. Все. 27 мы пленных взяли. Тебя прокачаем до бойца. Молодец. Хорошо сражался. Хорошо сражался. Потерял всех своих конных лучников. Это, конечно, очень жалко. Потому что, как минимум, только их апгрейд обходится достаточно дорого. Потому что одна лошадь для него стоит около 1000. Около 1000 монет. Все мои товарищи полегли. Взяли в одного только в плен, что, конечно, странно. В большом сражении поле из виду выпускать нельзя. Подъехал и убил тебя. А слава богу, выиграли. Все по 200 водки. Согласен. Замечание справедливое, Вахлак. То есть нельзя торопиться и рваться вперед. Так. Ух, блядь, какие штучки-дрючки. Глаз жалко, что не мне. Ну давай, красотка, ты хорошо сражалась сегодня. Шапка головы. 22. 29. Такая же. А тебе уже нормас пойдет. Щит. 430. Так, где папка ваш? Как у меня, нихера себе. Тебя получше. Ну, держи. Тебя сразу раскидаю, что здесь можно выкинуть. Я человек старый. Поэтому тянет кого-нибудь поучить, не обращай внимания. Нет, совершенно справедливо и все правильно. Ты даже не заморачивайся в этом плане. Я, наоборот, всегда рад выслушать любой совет и... Смотрите, еще один такой же меч. Хорош. У тебя меч хуже? У тебя меч не хуже. Ты вообще двуручником пользуешься. У тебя вообще меча нету, да? Так, что здесь с копьем? Вот оно, древко. Ну, это третий ранг у нас такое было. Третий ранг не хочу. Темп выпада. Но хотя вот здесь урон-то вроде как побольше. Оно покороче, да. Но урон побольше дает.
Темп выпада 83. Сила выпада 37 колющих. А здесь 32 колющих. Блять, я не знаю. Давайте испытаем его. Вроде как неплохое даже. Так, пропитание нам подогнали. Это хорошо. Сразу ребяток на мясо. Древесину подогнали. Ну, одна, правда. Да? Так, болты. Такие же, по-моему, вот это крендели. Да, болты такие же. Лук. Лук не очень. Так, ну вроде как все.